Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин, вы на канале GamePal Сумкин. Очевидно, но правда. И это, ребята, подкаст на 80 подписчиков. Я уже третий раз пытаюсь его записать, потому что запись постоянно вылетает. Надеюсь, что сейчас она не вылетит. Я ее даже кто-нибудь вот сюда поставлю, чтобы видеть, где она находится. Что ж, ребят, 80 подписчиков. И это просто замечательно. Я уже много этих подкастов говорю вам спасибо, но сейчас говорю еще больше спасибо с каждым подкастом, когда у нас становится все больше подписчиков. Я говорю спасибо еще более искренне, как оно всегда искреннее, то есть просто это спасибо становится настолько больше, что просто скоро нельзя будет удержать в руках. То есть представьте, какое у меня будет спасибо на 100 подписчиков, но об этом я могу еще пока что только мечтать, но в подкасте на 60 я мечтал о 80 подписчиках, а 80, ребят, это же 80-х, это же без двух нулей 8 тысяч, без одного нуля 800, а там и без 200 подписчиков это тысячи. Видите, как все связано отлично. Ну ладно, в этом подкасте я решил поиграть в такую игрушку, как «Армия тьмы. Защита». Игра сделана по фильму «Зловещие мертвецы» и «Армия тьмы». И, собственно говоря, игрушка довольно старая, ей уже 2 или 3 года, если не ошибаюсь. Но, на самом деле, игра очень классная. Помню, когда-то в нее играл, но это давно было. Помню, когда только она вышла, тогда в нее поиграл. Сейчас уже не помню. Тут, по-моему, много чего сделали, много чего обновили. Сейчас и посмотрим. Собственно говоря, музыка, если слышите ее, конечно. Я вроде бы слышу, значит, вы должны слышать. Более-менее написанным известным композитором Джозефом Ладукой. Он написал, насколько я знаю, музыку для всех фильмов Сэма Рэйми. То есть это и те, которые я смотрел, это «Зловещие мертвецы», все три части, «Человек-паук», все три части, старый «Человек-паук». То, что старый, 2002 года. Еще где с Тоби Магуайром. Ладно, поехали. Так, что-нибудь качнуть можно? Вот прямо что-нибудь такое хорошее. Так, стрелы дали. Дали стрелы. Это хорошо. Так. Можно, в принципе, подкопить на бензопилу. Хотя давайте лучше качнем войско. И купим вот эту фигнюшку. Ребят, которые будут стоять на стене и охранять. Так. Ох ты ж, какие монстрики пошли. Собственно говоря, будем с вами защищать тут замок, точнее, эту книгу. Necronomicon Ex Mortis. От скелетов, которые идут за ней. Это сюжет фильма «Зловещие мертвецы» и «Армия тьмы». Кто не смотрел, посмотрите, фильм топовый. Вообще, вся серия «Зловещих мертвецов» мне очень нравится. Но именно хоррор — это только первая часть. А уже начинается вторая часть и заканчивая сериалом, который выходит по сей день. Он недавно начал выходить, то есть сейчас выходит второй сезон. Это уже началась именно черная комедия. Я против черных комедий ничего плохого не имею. Так. Подожду-ка, наверное, когда у меня качнется до третьего уровня. Смите, вот там внизу накапливаются у меня железные слитки. И, собственно говоря, когда у меня загорится, там, глубеньким цветом, вот, качаем до третьего уровня, это значит, что будет быстрее делать золотые слитки и быстрее пойдут мои войска. А это просто замечательно. Так, все. С этим я и так справлюсь. Копьеносцы довольно слабые. Так, лови-ка от меня выстрел из бумстика. Палка-стрелялка, впервые на русский язык. На. Так, подожду на максимальном уровне. А вот теперь поехали. Все, замечательно. Рыцари, идите. И лучника еще одного. И еще одного копьеносца сейчас поставлю. Все, пусть справляются. Ух ты, монстрик пошел. Прямо из фильма. Ловик от меня выстрел из бумсика. Давайте, давайте, ребятки. Есть.
Все, это последний. Все, победили. Жалко, конечно, столько людей погибло, но это были жертвы. А без них войну никуда. Так, Свордбой. Что он делает у нас? Он у нас максимальный уровень. А, он дает... А, все, я понял. Наш типа же... Наши крестьяне, они с этими самыми ходят с, ну, с подручными предметами, то есть всякие подсвечники, метлы, вилы, вот. А им, получается, свордбой будет давать именно мечи. То есть у них мощь будет сильнее, сила будет мощнее. Так, 843, давайте тогда качнем, наверное, лучников. И, пожалуй, качнем... Наверное. Ну и давайте качнем супер бумстик. Блин, кнопочка, конечно, очень мешает на самом деле. Но без нее никуда. Все, пока что у меня вот такая команда. Ух ты, блин, там можно было стрелы поставить. Ну и ладно. Я из книги пока нормально справляюсь. Тогда в следующем уровне поставлю стрелы. Поставлю стрелы. Так. На. Проверим бумстик. Есть. Так, у меня там еще лучник сверху охраняет. Они до него не доберутся. Так, меня сейчас так убьют. Грубый. Знаменитая фраза Эша. Уже крылатый стала. Для американцев. Для русских нет, а для американцев да. Да пошел ты. Лови книжка. Так, книжку в книжку. Ой, скелет еще одного захватило. На. Так, третий уровень. Давай подержимся с тобой до максимального уровня. Максимальный уровень — это очень полезная вещь, потому что будет очень быстро накапливаться золото. На тебе в пузо. На тебе в пузо. А вот теперь книжку. Эх ты, убили. Ну, хоть награду хоть какую-нибудь получил. Так, какую-никакую, но награду получил. Так, давайте тогда поставим стрелы вместо книжки. Потому что бумстики пока что оставлю. А вот книжку, а вот точнее стрелы поставлю. Хочу на них посмотреть хотя бы. Потому что когда я в нее только играл, стрел, по-моему, не было. Это какая-то инновация. На, так... Так. 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 Сейчас выпустим стрелы. Все сейчас будет. Ну, поехали. Arrows. А, я помню из фильма. Горящие стрелы. На. Так. Отлично. Давай, третий уровень нужен. Пока что нормально, справляемся, но все равно. Нужен срочно максимальный уровень. И когда мы максимальный уровень, тогда уже и попрут крестьяне. Потому что на начальном уровне их ставить смысла нету. Очень медленно накапливается, накапливаются слитки железные. И, собственно говоря, это не очень хорошо. Так что лучше нам подождать. Так, не будем ждать, ставим сейчас, потому что они уже пошли. Всех позвали. Есть. Блин, они книгу украли. Ишь, почему-то сразу умер. Так, ладно. Тут техника подождать не действует, скажем так. Поэтому лучше сразу начнем призывать войско. Точнее, хотя бы уровня начиная с третьего. То есть не будем дождаться максимального, уже с третьего уровня начнем призывать. А там уже и максимальный уровень подтянется потом. Блин, как же эти копьеносцы больно бьют, однако. Они отнимают одну четвертую жизнь сразу. Апгрейд. Так, лови каплюху. Давай, держись, Эш. Держись, держись, братан. Все у нас нормально с тобой. Так, чуть слитков подкопил. Так.
Все, а вот теперь можно начинать. Так. Странно, почему в тебя не попало. Ну и ладно. Так. Все, видите? Крестьянин пошел с мечом. Так, давай еще одного. Опять книгу украли, да ё-моё. Это нехорошо. Постоянно воруют книгу. Вот зараза. Так, давайте тогда качнем крестьянина до третьего уровня. И вот можно начинать. Ладно, начнем тогда со второго уровня. Не буду дождаться до третьего, потому что вот этот монстр новый, он очень быстро всех сносит. Так. Хи-хи-хи-хи. Забрал деньги и убежал. Так, отлично. И вот все, второй уровень, и с него как раз таки начнем. Сейчас. С этими разберусь, заразами. О, заразы, о, козли. Поперли вообще не слабо. Так, стрелы. О, даже до третьего дождался. Так. Сейчас подкопится побольше, я пущу уже войско в бой. Так. Даже до максимального докопил, фига себе, вот это я продержался вообще отлично на самом-то деле. Все, поехали. Так, давайте, крестьяне пошли. Так, меч дали, отлично. Есть. Держимся, вот теперь мы их начали. Зажали их, скажем так, тоже зажали, мы их... Ну как, они отступают, вот, они отступают. Прям слов не хватает. Там мне никакой книжки не читал, надо почитать какие-нибудь. О, сейчас же выходит новая книга о Гарри Поттере. Точнее, уже вышла. И плюс на русском языке. Надо будет в интернете поискать или в магазин пойти сходить купить. И почитаю, потому что давно не читал, сразу видно. И слова нормально вспомнить не могу. Так, 1013, отлично. Отлично, отлично. Так, давайте, пожалуй, качнем стрелы. Они-нибудь помощнее. Пока что больше ничего качнуть не могу. Так что ладно, нормально. Опа, ты же маленький Эши. Ох, чисто начнется сейчас веселуха. See the dead. О, заржали маленькие Эши. Фига себе, 4 штуки. Фига себе, они мощные. Сносится довольно долго. Так, их нельзя ударить кулаком, если правильно понял. Так, ну-ка проверим стрелы. Да, действительно стали мощнее. На. Все, погибли, ребятки. Ну, не настолько мощные, как я думал, но все равно. Мощные, ребятки, однако. Но не настолько, чтобы победить Эша. И управляющего им Федора Сумкина. Еще одни. Просто многовато, ребят, по-моему. А, нет, он может ударить кулаком. Странно, то как он их бьет 4 сразу. Такой довольно интересный вопрос. Так, стрелы. Ух ты, волна новая пошла. Если он начинает тратить, значит, что пошла новая волна. Ух, такие новые ребятки. Все, пошли. Пошли.
Так. 15. Накопил. Еще одного лучника давай. На. Все, отлично. Вот, можно считать, что мы уже победили. Мне так кажется. Хотя, когда кажется, креститься надо, но мы их тоже не слабо сносим. Давай-ка еще одного копьеносца, мне в принципе будет нормально. Мне кажется, он даже дойти не успеет, мы уже победим. Так. Even touches me. Ну что ж, ребят, вот такая вот игрушечка. Собственно говоря, у нас там 4000 не накопилось, нет? Нет. Ну ладно, ребят. Еще раз повторю, что вот такая вот игрушечка. На самом деле, очень старая, но очень крутая. Так что советую скачать. Время убивает только так. И еще раз, ради чего было все это устроено? Большое, огромное, человеческое спасибо. За то, что теперь на канале 80 подписчиков. Через 20 подписчиков у нас будет 100. А это уже будет 1/10 тысячи. А тысячи, ребят. А это, наверное, для меня это будет предел мечтаний. Хотя, знаете, для многих, до многих пределов можно добраться. Так что, будем с вами стараться, трудиться, пытаться и доберемся. Так что, подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий, обязательно расскажи друзьям. Я с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока.